Только что добыли волка. Волк отозвался сразу после первой вабы. Вот, но далеко. Вот такой вот волчара. Отозвался матерый волк. Ждали его, наверное, полчаса. Потом на вторую и на третью вабу он не отзывался. Попадание такое неудачное. Но я видел только при выстреле, только его башку из-за травы этой. Вот. Сейчас посмотрим. Но он довольно крупный. И голова такая большая. Да, попал, конечно, я ему неудачно. Волк матерый. Такая вот довольно серьезная голова у него, такие вот зубы. Вот, одного клыка нету. Приехали на место, сегодня вообще охотились по козлику. Увидели следы на дороге. Вот, да и местные жители раньше тут говорили, что волк ходит. Сделал вабу в ладоши. Получается, выл матерым. Сразу после первой вабы он отозвался. Но тут место такое довольно не сильно удачное. Высокая трава по бокам. И вот здесь в лесу хутор. А волк отозвался приблизительно километра 3 от нас. Я еще по карте посмотрел, как, ну, что ему там не сильно хорошо сюда к нам идти. Мы еще думали переехать на... Там есть другое поле ближе к нему. Но в итоге решил оставаться. Сделал вторую, когда вабу, он не ответил. Третью, но уже вот когда заканчивал третью вабу, товарищ увидел, что идет волк. Обозначил по плечу меня, я перестал, начал подвывать чисто. Успел включить нормальное видео, стрелял сидя. Вот. Но в итоге вот такой вот добыт хороший трофей, хороший самец. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.